Мюзикл «Бальжанхатан», цирковой пластический спектакль «Замлайф» и уникальные программы театров «Байкал» и «Забава». Все эти премьеры объединил концерт в поддержку воинов республики. Тысячи людей, неравнодушных к искусству и, главное, к судьбам наших земляков, собрались в одном месте. Наши люди в республике Бурятия, как всегда, в трудную минуту показали свою силу и активность. В районах кто-то шьет, кто-то закупает, но нет ни одного района, который бы остался в стороне. Все вместе сейчас сплотились и все работают на поддержку наших ребят, на помощь нашей стране, на защиту нашей Родины. Благотворительный концерт, который посвящен как раз всем этим целям, обязательно найдет понимание, отклик у тысяч наших земляков. И к этой акции присоединяется еще много людей. Ну, а вот что это для вас? Вот выступление здесь, что это для вас значит? Ну, мы артисты, что мы делаем? Мы поднимаем дух, настроение тоже поднимаем. Как-то чем можем, тем помогаем. Поддержать концерт в поддержку наших вооруженных сил специальной военной операции. А так, на самом деле, выступление здесь с самого начала, и мне действительно очень нравится. А вы сегодня почему решили прийти? Да, судя по рекламе, я вот пришла специально, что направленность такая патриотическая, помощь какую-то показать, добровольческую. Помимо масштабного благотворительного концерта, в фойе ФСК прошли мастер-классы от Национального музея Бурятии, Национальной детско-юношеской библиотеки, а также тематические выставки. За мной прекрасная выставка «Женское лицо Победы», которую мы подготовили совместно с Национальным архивом, который рассказывает о судьбах женщин, которые сражались на фронте, лечили и работали в тылу. Сейчас люди же очень приходят много с детьми, и дети, конечно, им интересно что-нибудь еще поделать руками. Вот это такое рукоделие, которое нас объявило. Вот сейчас у нас тут молодые люди шьют мешочки сами для аромасаше. То есть они говорят, как здорово, даже немножко успокаивает. Внутри мы успокаиваемся. Для каждого очень важно, когда мы вместе помогаем, мы вместе собираем средства для мобилизованных. Мы перечислили 50 тысяч с лишним рублей и плюс еще на дневный заработок. Так что мы готовы всегда прийти на помощь. Билеты на концерт-марафон купили 3256 человек и собрали более 1,5 миллиона рублей. Еще 66 тысяч пожертвовали добровольно. Финансово помочь военнослужащим Бурятии можете и вы. Перечисляйте деньги в фонд содействия по реквизитам на экране. Екатерина Быкова, Ринчин Павлов, телекомпания АТВ.